Я из Чечни с Улус-Мартан приехал. 17 числа в Грозно поехал в самолет. 18 числа я приехал уже в Украину, Мариуполь этот, как называется, туда приехал я. Оттуда сразу тот день меня тоже задержали. Сразу то, что есть. И вообще не били меня, пальцем даже не трогал никто. То, что есть правда, скажи, сказали они, то, что есть правда, я и скажу. Сейчас в данное время вы побольше кормите, когда нас привезли, колбасы дали. И все, питания больше не было. Вам 4 рожка дают, автомат дают, и одна роба дает, и разгрузку тоже дает. Вам, думаете, здесь всякий какой на выбор оружие дают? Нет, не дают вам. 4 рожка, что буду делать, когда там заберешь трупа украинца, убьешь, заберешь. А что, они спят? Давай стреляйте, говорят. Чем даже чеченцы, чем все лучше воюют они, поопытно. Даже воевать не умеют, чеченцы не умеют, и в России тоже не умеют. Они поопытны. И духа есть у них побольше. А еще который приехал сюда, в Колум, чеченцы, и русские расстреляли, эту информацию тоже узнал я. Трупы. Вы даже свои трупы не знаете. Вы думаете, здесь воюют? Нет, здесь не воюют. Никто сразу их как мясо кормит. Кидают их. Бычечное мясо. Здесь убивают сами они, российские чеченцы. Вы думаете, украинцы побольше бы убивают? Они сами тоже. Побольше чеченцев хочет убивать. То, что это Кадиру Рамзан, тебе это тоже в самую первую очередь говорю. Не надо людей убивать. Отправил лучше своего племянника, вот своего сына. Их отправил. Почему не отправил своего родственника? А? Почему их отправил? И той, ты, другие, которые подобны. Вот своих отправьте, пускай они будут воевать. Другим не надо говорить. Другие тоже хотят жить. Сидите, все вперед, вперед, давай, заради России. Россия мне ничего не делала. Россия мне хуже делала, плохо делала. Здесь очень тяжелая. Сильная война. Я просто трупы увидел здесь, у чеченцев. Их собирают, зажигают их, даже не носят домой их. Такая же здесь беда. Лучше не езжать за этого в Кадирову. Что говорят, Путин говорит. Вы, если чеченцы джихад сказали дело, почему? Чечне, когда с Россией воевали, почему не воевали, почему не делали в то время джихад? Что в другое место идти, это джихад по шариату, по закону. Где этот джихад? Нет, джихад против их, с Россией должен воевать. Почему вы там раньше не воевали? Украинцы... Первую, вторую войну помогали нам в Чечню воевать. А сейчас что, против украинцев идете, а? Эх, Чечня, Чечня. Просто вы даже не думаете, куда вы идете. Готовы на ад идете. Не надо сюда ехать. За это, которые мелочь, деньги, которые дают, куда хочет. Это деньги не будет вам, в ад будет. Этот, который они дают вам 300 тысяч в месяц, по 150 тысяч дают.
Это не деньги. Лучше жить надо. Сами подумайте.